Друзья, доброго времени суток. Я сегодня хочу показать вам, как работать в PowerPoint, некоторые моменты, как менять фотографии, как писать слова, как цвет менять. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Сейчас я делаю демонстрацию экрана. Вот я открываю PDF-файлы Анжелики нашей. И сейчас буду здесь все менять. Вот, допустим, нам надо поменять фон. Нажимаем на фон, нажимаем на заливку фигуры, выбираем любой цвет. Я выбираю, ну вот видите, вот, допустим, на голубой набрала, и вот так вот двигаю, и цвет меняется. Какой вам надо, такой выбираете. Вот давайте розовым сделаем. Розовый насыщенный вот такой вот сделаем. Хоп, сделали. Теперь мы вот это хотим поменять, желтый на другой цвет, да. Тоже выделили эту часть, нажимаем на заливку и делаем, допустим, сделаем синим. Вот таким. Ну, это я только вам просто показываю, там вы сами можете делать. Вот, допустим, вот нам надо убрать вот этот вот рисунок, мы хотим другую какую-то картинку, да? Как это делается, я покажу вам на фотографиях. Допустим, вот здесь вот супер джамп. Вы хотите ниже опустить вот эти вот слова jump, да, вот так вот выделяем, берем курсором и вниз опускаем. Также выделяем вот это слово, вот здесь вот за рамочку тянем вниз и вниз опускаем. Допустим, вот эту картинку мы хотим повыше поднять, вот сюда вот, вот здесь ее подняли, вот видите, вот так вот изменилось все. Хотим поменять цвет, допустим, у этих букв. Сделать, ну, не знаю, какими там цветом. Вот здесь вот у нас наверх, смотрите, вот у нас стоит красный. Нажимаем, будет красный. Можно сделать другой цвет, допустим, серый какой-нибудь или черный. Да, вот нажимаете и будет черный. То есть вот так вот можно менять все. Вот здесь вот, вот этот цвет интересно, как поменять. Контур фигуры называется, наверное, да? Ну-ка поменяем. О, точно, это контур фигуры. Знаешь, мы его сделаем тоже. Я просто по картинке смотрю, сделаем его каким-нибудь синим. Во, видите, я с вами вместе учусь. И вот здесь контур фигуры сделаем тоже синим, чтобы она как-то подходила здесь по цвету, по цветовой гамме. Супер. Теперь то, что мы здесь поменяли, мы, значит, идем вверх, сохраняем, чтобы сохранилась наш этот слайд. Вот он такого цвета. Так, и дальше вы также будете менять все фоны свои, да. А сейчас я просто хочу показать, где мы меняем, допустим, надпись, как меняем. А вот смотрите, здесь вот если рисунок хотите убрать, нажимаете и убираете. Как убирать, я дальше покажу на фотографиях. Но нам надо сейчас поменять вот здесь вот. То есть стоимость онлайн-курса SuperJump составляет $100. У нас он стоит не 100, а 10 тысяч. Значит, нам надо поменять это. $100 он стоил очень давно. Мы это выделяем, вот сюда ставим курсор, убираем и пишем 10 тысяч рублей. Дальше. А здесь вот стоимость 100 минус 70, получается вот такая сумма. Здесь небольшая ошибочка, потому что не минус 70, 70 нам платят. Мы получаем за курс 70, а вычитать надо 30. Но даже и это нам не полностью, не от 10 тысяч нам дают 30, а от 9, потому что 1 тысяча идет налог. То есть мы вычитаем сначала 1000, а потом вычитаем не 70, а 30%, потому что 70 нам от этой суммы нам будут оплачивать. 30%. Теперь меняем эту сумму. 6300 получается, мы получаем на руки. Ок. Вот, все, мы это поменяли здесь. И опять сохранить, чтобы это все сохранилось. Да, еще цвет надо поменять. А, мы там делали такой розовый. И это тоже мы сохраняем. Вот, далее. Далее покажу, как менять фотографии. Вот, допустим, вот здесь вот фотографии, вот на этом слайде. Здесь Жанна свои фотографии сделала, но это же ее фотография, нам надо свои. Поэтому мы нажимаем, выделяем левой мышкой, левой стороной мышки вот именно на фотографии, потом правой. И выходит вот такая табличка. Изменить рисунок. Нажимаем «Изменить рисунок». Выходит наш
компьютер, где у нас все рисунки. Сейчас я найду, где у меня рисунки. Вот здесь вот у меня рисунки. Я, допустим, поставлю вот эту фотографию. Нажимаю на нее «Вставить». И вот моя фотография встала. Так мы можем менять все фотографии здесь. А далее мы здесь поменяем фон. Розовый у нас идет. И вот здесь тоже ошибочка от 20%. Может, это и не ошибка. Я не знаю, может, раньше так было. Но мы же сейчас знаем, что сейчас 15% на первом ранге получают. И поэтому вот здесь вот тоже надо изменить и тоже поставить 15%. Все супер. Все, мы здесь поменяли. Фотографии все надо поменять. Потом мы что делаем? Нажимаем сюда и опять сохраняем. Дальше. Также мы здесь поменяем вот здесь фотографию. Также на нее нажимаем. Изменить рисунок. Добавляем свою фотографию. Допустим, вот эту я сейчас поставлю. Вставить. И вот моя фотография. Опять же, здесь мы... Фон. Новый фон везде менять будете. Все, вот это вот тоже поменяли. И сохраняем. Дальше идем вниз. И вот это вот, вот этот слайд тоже хочу показать. Смотрите, у нас раньше было 11 числа оплачивали. И каждый вторник. Сейчас только каждый вторник. Поэтому вот это 11 числа нам надо тоже убрать. Выделяем, убираем. Дальше. Каждый вторник надо выделить и сделать покрупнее. Как сделать покрупнее? Мы выделили, теперь идем вот сюда. Видите, 22 масштаб. Мы делаем, допустим, 40. Ой, это много. Ладно, сделаем 28. Пусть будет так. А теперь, значит, берем. Ай-яй. Так, выделяем. Видите, ребята, я тоже такая же, как вы. Так, куда улетела? Вот. Так, отодвину, чтобы не мешало мне это все. Так, выделяем. Ну, что такое? До этого так легко все переносилось. Вот у меня запись уже вторая, кстати, идет. Ой, все, я уже расстроилась. Так, ладно, уберу. 22, или сколько там, 28 ставила. Вот так беру и вот сюда ставлю. Угу. Уже нет, когда начинает, что-то тут за это самое. Так, а почему она у меня куда-то уехала-то? Сюда же надо. Ой, так, выделяю это, ставлю вот сюда, допустим, картинку. И вот здесь вот тоже убираем не два раза в месяц, а четыре раза в месяц, потому что каждый вторник. Четыре раза в месяц. Так, видите, что получилось. Берем вот здесь вот так, чтобы стрелочка была, растягиваем. И все, теперь вот так здорово. Так, четыре раза в месяц. Теперь это тоже выделить надо и тоже куда-то сюда поставить. Посерединке еще даже можно подтянуть. Вот, вот так вот лучше. Так, теперь что мы делаем? Еще заливку делаем опять розовую. Так, вот мы исправили весь наш этот. Ну, я как бы розовое делала, вы можете сделать, я не знаю, другой цвет. Это я просто показываю. Далее мы это тоже все сохраняем. То есть мы это сделали, да, супер. Дальше идем, вот здесь телефончик меняем. Нажимаем вот здесь вот на телефончик, убираем этот телефончик, пишем 914-931-00-37. Так, также мы здесь меняем опять заливку фигуры, делаем розовый. Вы во всех слайдах это делаете, свой цвет. Опять сохраняем, сохраняем. И последний, вот где я хочу показать, как делается фотография. Мы опять левой нажимаем, потом правой, изменить рисунок. Ставим свой рисунок, который у нас. Я, так, тут такой ужас. Сейчас мы изменим это дело. Это дизайн. Ой, это не дизайн, это формат, наверное. Да, вот так.
Вот, нет, вот так вот, вот так. Значит, делаем это больше на уголок и растягиваем. Такая фотография будет у меня по размеру. Вот, теперь я его сюда приподниму. И теперь я хочу сделать вот эту Анжелику. Я вырежу. Я хотела ее убрать, но, видимо, Жанна сделала ее рисунком. Поэтому рисунок у меня не приготовлен. И поэтому я ее просто вырежу, уберу. И здесь напишу буквами. Так, смотрите, наверху вот есть вставка. Нажимаем на вставку. Если вам надо добавить еще какой-то рисунок или фотографию, вы вот здесь вот нажимаете и попадете к себе на компьютер, где у вас закачаны рисунки, и сюда их, они сюда прилетят. А если вам нужна надпись, вот нажимаем на надпись и нажимаем на надпись и пишем. Так. Почему-то черным цветом. Пишем мы белым цветом. Так, Светлана Алинкина. Меняем шрифт, делаем жирным, делаем курсив и изменяем размер. Вот такой размер я сделаю. А, надо сначала выделить, ребята, вот видите. Так, выделила слово, теперь меняю на жирный, меняю на курсив и меняю размер 44. Хоп. И теперь вот это я вот сюда поставлю. Вот. Так, надо повыше, чтобы или меня пониже опустить, чтобы не было как обрезаны колени. Вот, то есть это я сделала. Чуть-чуть сдвинем на центр. Так. И поменяю сейчас еще здесь, так как у нас везде розовый. Сделала розовый. Но мне не нравится розовый, но это просто я так показывала вам. Все, ребят. Так как я здесь все поменяла, я опять сохраню. И дальше что делаете? Сохранить. Уже. Нет, стоп. Сохраняете уже на компьютер. То есть сохранить как и презентацию. Все. Я думаю, что все понятно. Если непонятно, то задавайте вопросы. Я отвечу на все вопросы. Всего доброго, друзья.